Так, ну что, доброго всем утра, пасмурного, как всегда. Уж забыл, как солнышко выглядит. Значит, что? 8 часов 27 минут, полдевятого, немножко сумрачно, но есть кое-что сказать. Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы, с вами опять Сашок. У нас сегодня оттепель, 0 плюс 1, в среду, в следующую, аж до плюс 3. Возможно, будет. Так что, кто собирается на рыбалочку, учтите. Вот. Всем лично здрасте. Были дела, не получилось выйти. Короче, есть две новости. Блин, электричка. Одна новость плохая, другая хорошая. Начнем, наверное, с плохой. Лично для меня. Есть такой блогер. Друг мой. Андрей Николаев. Андрей Михайлович долго вел свой канал, много чего сделал для этого. Но, в общем, короче, суть мораль той басни такова. Его взломали, его канал забрали, теперь там другой автор. Он потерял доступ к каналу, он потерял доступ к своим видео. Видео там пока что еще сохранились, но смысл в следующем, что канал больше не его. Кто подписан, внизу под видео, да, читайте, будет ссылочка. Андрей Михайлович, мужественный человек, создал новый канал и его ведет теперь. Так что вот так вот. Конечно, печально, трагично. А тот нехороший человек редиска, который канал этот заграбастал, если увидит это, отдай мужику канал, вот честно, но пожилой дядька, дед уже, а? Имей совесть, блин, ёхарный бабай. А то он ему сказал, связался с автором, ну, с Андреем Михайловичем, говорит: да не вопрос, 500 баксов, я им верну канал. Ну ты что, мужик, побойся бога, охренел совсем, что ли? Вот честно, блин. Ну нет слов, одни слюни, блин. Вот попался бы, блин, разметал бы, как тузик грелку, честное слово, а. Че вы, ну блин, ну, что ты, с кого брать-то? Ай, не знаю, простите, просто не кипело, блин, вот урыл бы, честное слово, блин. Это первое. И вторая хорошая новость. Есть, появились Black Dragon'ы. Немножко. Короче, ссылочку внизу на человека оставлю. Об нем, с ним обо всем договаривайтесь. Возможно, будет небольшой предзаказ. То есть он будет записывать. Но, ребят, ничего не обещаю по той простой причине, что парень работает с магазином рыболовным. Они могут закончиться на складе в любой момент. Пока в наличии они есть. Их немного, по-моему, 9 штук там или 8. В общем, кому палка интересна, ссылочка внизу. Пишите, договаривайтесь. Будет вам счастье. Ну что, давайте попробуем. Погнали потихонечку. А, сегодня Сопливикус, Ягуар 1000, нафил 002, и сейчас мормышку поставил 0,5 грамм. Давайте попробуем что-нибудь. Фу, ну что, прошу любить и жаловать. Первый боец. Ну вот оттепель, оттепель. Это уже многообещающе. Ладненько, включусь, продолжаю. Ну что, ребят, второй боец. Мелкий, правда, как не знаю что, но все равно приятненько. Ах, красота. Ребят, по поводу камеры хочу сказать, что знаю, многим не очень нравится мой формат видео в плане того, что показываю рыбу, только выловленную. Но у меня аккумуляторы очень быстро садятся, ребят. Не могу я записывать каждую проводку, понимаете? Жду аккумуляторы с AliExpress. Сейчас у них долгий Новый год, вот эти там туда-сюда праздники. Короче, как придут, постараюсь формат изменить. И еще одно. Подсуриной Ягуар 1000 вообще подсуриной. Я так понял, что... Я понял, люди писали как-то, я, по-моему, недавно в видео говорил, проблемы какие-то с морозами. В общем, короче, при легком даже морозе, минус 3, минус 5, замерзает смазка. И получается катушка без обратного хода. Я не силен там в этих... В деталях катушечных, как что называется. Ну, в общем, скорее всего, какая-то деталь отвечает за то, что катушка в обратную сторону как бы не крутится. Она без обратного хода, даже без рычажка. Вот. И, скорее всего, смазка замерзает, и вот этот рычажочек, он западает. И иногда, это не критично, но иногда бывает полоборота, то есть там какой-то там четверть оборота, она в обратку так, ты-динг, потом все работает нормально. То есть по теплу вообще никаких проблем. Вот именно смазка, я так понимаю, замерзает, ну, не предназначена для
наши полосы для морозиков, даже небольших пускай, но она схватывается, и катушка иногда немножко срабатывает в обратку, в плане обратного хода. Ладно, поехали дальше. Так, ну что, братцы, рыбаки. Вода прекрасная, ветра практически нет, рыб не клюет. Вот так вот. Вот такие пироги. Ну, коль у нас видео сегодня больше информативное, чем рыболовное, значит, хочу сказать еще одну вещь. Все, наверное, помнят мой обзор по Кащею 696-му, после чего я заблокировал комментарии. Значит, я считаю нужным вам рассказать, коль такая тема пошла, да? В общем, последние три комментария, это были уже поздно вечером, были с матюгами, с угрозой жизни мне, да чтоб ты сдох, да тебя закопать. Ну, короче, там такого понаписали, мама не горюй. Скриншот у меня сохранился, но смысл не в этом. Я обратился в техподдержку YouTube. YouTube мне сказали, что это все только через полицию. Я поехал в Москву по месту прописки, подал заявление. Оказывается, есть целый отдел, который занимается такими вещами. В общем, я не буду сейчас все рассказывать. Два человека извинились буквально в течение двух дней, третий полез в бочку. В общем, юрист, который работал со мной, вот, пригласили, он сам человек из Санкт-Петербурга, его, ну, не пригласили, хотел сказать, пригласили, ему предложили пойти на мировую, был звонок с полиции, я так понял, Москва звонила в полицию, Санкт-Петербург, там, в общем, долгая эпопея, но вот вчера, короче, человек за моральный ущерб мне выплатил целых 15 тысяч рублей, 5 тысяч я отдал юристу за работу, 10 тысяч я заработал. Так что те, кто очень сладок на слово, с матюшком, с угрозами, welcome. Ребят, все выясняется, оказывается, элементарно, вообще элементарно. Вот, просто все это тягомотина развелась, потому что мужик живет в Санкт-Петербурге. Молодой человек, 32 года, по-моему. Вот. Так что я просто к чему? К тому, что вы перед тем, как что-то либо сказать, думайте немножко. Потому что, ну, извините, меня хаит, на чем белый свет стоит. Я, по-моему, ничего такого не сделал. Я просто высказал свое мнение. Вот. Поэтому вот учтите, что, оказывается, из-за матерные слова можно спокойно заполучить штраф до вплоть в возбуждение уголовного дела. Вот так вот. И еще одно хочу напоследок сказать. Немножко меня утомило отвечать на много всевозможные вопросы. Я так понимаю, что основная масса, как бы все за Кощей 696, да, я пошел против, потому что мне эта палка не понравилась, и я высказал свое мнение. В общем, с сегодняшнего дня и впредь я больше ни на какие вопросы отвечать по Кощею 696-му и по рукодельным Кощеям я не буду, ребят. Я уж, извините, я утомился. Я вчера с человеком полчаса переписывался. Вот, честно говорю, есть наноспиннингисты Минска, все вопросы туда. Есть там у него контакты, координаты, ищите там друзья у него, сугубо верующие в это все дело. Не вопрос, ребят, вот давайте без меня только, пожалуйста. Ну, потому что, я, ну, утомили меня. А по поводу выражений всяких в комментариях и лестных, и нелестных, я вам все-таки советую, думайте головой. Потому что, извините меня, я вам не брат и не сват. Сами понимаете. Ну, ладненько, за всем заканчиваем. Сегодня такой информативный у нас будет отчет по рыбалке. Всем пока-пока. Че, подписывайтесь на мой канал. Скоро, я надеюсь, будет палочка. Скоро будет новый обзор. Че с рыбой будет, не знаю. Но не берет. Пощипывание, покусывание, говорю, и все. Вот чувствую. Тук-тук такой вот. Подергивания какие-то слабые, по кончику прям видно, так потянул, бросил и отходит сразу, все, даже не добирает. Ну, ладненько, всем пока, с вами был Сашок. Че, увидимся на рыбалке.